16 медвежонок. Салтанова Галина Александровна. Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил работников дошкольного образования с наступающим женским днем. Около полусотни девушек и женщин, руководителей детских садов, получили цветы, открытки, благодарности, услышали в свой адрес важные и нужные слова. Пусть у вас все задуманное получится, и ваши дни мечты сбудутся. Мы вас очень любим, мы вас ценим, мы вами дорожим. Представительницы прекрасного пола остались в восторге от поздравлений и не смогли удержаться от взаимной благодарности. Мы глубоко тронуты тем, что вы всегда находите силы, время и желание, чтобы помогать нам. Ну и в завершение хочу сказать, что мы все уверены, что скоро мы станем одними из лучших детских садов Московской области. Также представительниц прекрасного пола поздравили музыкальными и танцевальными номерами.